Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня отреагирую на еще одну песню Джексона Вана, замечательного такого певца, который сам себе из Китая, но был в группе GOT7, сейчас группа не развалилась, как я периодически пытаюсь ляпнуть, и меня поправляют в комментариях. Она как бы жива-здорова, просто она ушла из JYP Entertainment, ну и сейчас у них никаких активностей нет, да, как бы у этой группы конкретно. Но при этом у Джексона есть соло-карьера, довольно-таки успешная. У него там несколько отличных песен, сам он очень крутой чувак, хорошо танцует, замечательно поет, в общем, мужик. И сейчас у него вышел сингл под названием Blow, вместе с видео, соответственно. Сингл там появился на Spotify, на Apple Music, YouTube и где угодно, вот, и сразу же клип. Я очень надеюсь, что клип будет классный и крутой, как у него, в принципе, клипы до этого все были такие. И песня, надеюсь, мне очень понравится. Вот, как-то так. Ладно, товарищи, перед началом реакции попрошу поставить лайк и скажу спасибо спонсорам, которые меня поддерживают на Boosty и на Patreon, в особенности Шуре, Алексею и Светлане Муник. Давайте же смотреть, реагировать и, надеюсь, наслаждаться. 3, 2, 1, поехали! Делаю поярче, то у меня что-то темноватая картинка была. Интересно. По-моему, здесь куча людей, которые... мертвые или что с ними? А, нет. Или да. На фоне играет чуть ли не органная музыка. А, вот Иван. Либо была побоище, либо оргия, извините. О, боже. Что происходит вообще? Гитары с ударных начали хорошо так. Интересно, у них очень необычная песня. У Вана такие есть, конечно, но... То есть у нас тут натурально рок включил слегка. Они все что-то курят и выдыхают. Замедление, пауза, блоу. Включается тяжелячок легкий. Самое главное, что они не курят, они просто дым выходят. То есть их даже не обвинить в том, что тут пропаганда курения. Про них я имею в виду создатели клипа. Он кого только что выстрелил из руки. Magic Man. Как там было написано, простите?
The longer the night lasts, the more our dreams will be. Может быть, создатель клипа, может, еще что-то. Чем дольше длится ночь, тем больше будет наших мечтаний. Это, наверное, самая бодрая песня Джексона Вана со времен Pretty Please. То есть у него после этого выходили какие-то иногда такие, знаете, лирические композиции, да, а тут у него прям вот что-то такое бодрое, драйвовое, еще клип максимально странный, но веселый. Давайте еще раз слушать. Я сделаю себя немножечко погромче, чтобы немножечко получше все слышать. Так, давайте. Песня, если я правильно истолковал слова, про какие-то такие отношения, что ты как сигарета, к тебе привыкаешь, ну и т.д. и т.п. То есть не обязательно про самые хорошие отношения, да, но про аддиктивные очень. Что это? Почему? Там вот красное что-то, кровище, это не кровище. Или похож, знаете, на кучу опиумных наркоманов, которые просто в повалочку так валяются. Звук ветра или выдыхания, вдыхания. Понятно, что это снято в обратном, видимо. Они все выдыхают. Как будто ужастик. Ну и хорошо, картины с этого. Картина с этого. Она похожа, опять же, на мюзиклы. То есть здесь мюзикловый какой-то вайб имеется. Ну да, по первому, в принципе, куплету все более-менее понятно. Ты на вкус как сигарета, я не знаю, тебя выкуриваю каждый раз, когда могу, и потею при этом, и только бросаю, а ты меня опять возвращаешь. То есть, опять подсаживаешь на себя. Опять забавно, что там вот ударные какие-то идут. Там, это не уверен, что на щелчки пальцами, именно по звуку, но люди делают. Да, девушка в нем играет, как на инструменте. Много красивых девушек в клипе уже основано. Молодец. Уважаю. То есть разгон такой довольно бодрый. Потом песня замедляется, но... Во-первых, это хороший момент. Когда все так... О, еще и кричат громко. Песня замедляется, но при этом она не теряет драйва. Благодаря тяжелым элементам. И благодаря хору. Опять ускорилось, чувствуете? Прям заметно ускорилось, просто BPM поменялся. Причем там не в два раза, а условно говоря, на 20%, на 30%, не знаю. Burn my lips. Это хороший момент. А-ля разгончик. Причем, по-моему, кроме Джексона Вана, здесь азиатов особо не вижу. Почему бы и нет? А нет, есть, есть, есть. Извините, ошибочка. Здесь, в принципе, люди всех раз и полов. Харяга у него такая агрессивная достаточно. Она у него всегда такая четкая. Но здесь еще и агрессивная. I'm not before. How we let it get this
В общем, я, судя по событиям, ставлю на то, что у них была тут массовая оргия, потом они все яростно чем-то накурились, не знаю чем, спали в повалку, проснулись, проорали, потому что, например, куда-то не успели. Например, они такие: черт возьми, нам клип снимать, какой кошмар, мы еще не готовы. Быстренько сняли клип, попели, потанцевали, Джексон Ванг ушел, еще кого-то пальнул, наверное, того, кто плохо особенно играл в клипе. Типа того. Это весело было, это очень бодро, хорошая песня, местами даже отличная песня, буду обязательно переслушивать. И, повторюсь, это вот после Pretty Please и после 100 Ways, наверное, самое бодрое, самое то, что меня зацепило. До этого были у него нормальные вещи, но ничего такого. Они действительно были более лирическими. А тут прям бодряк, тут прям необычный клип, хорошо снятый клип. Тут прям... все, что надо от песни Джексона Вана и от клипа Джексона Вана. Это очень круто, я этому очень-очень-очень-очень рад, очень доволен. Вот, как-то так. Товарищи, напишите обязательно, что вы в комментариях думаете об этой песне, об этом клипе, опять же, и о том, что здесь, черт возьми, происходило. Ну, если отставить аналогии с отношениями, да, которые, собственно, про которые поются в песне, то вот что вообще в клипе происходит? Ну, я свое мнение высказал. Там ничего такого, по-моему, сложного. Но вдруг у вас есть какая-то супертеория, которая подтверждается какими-то там съемками и словами Джексона Вана. Например. Вот, все, спасибо, товарищи. Если вам понравилась моя реакция, то поставьте мне лайк и подпишитесь на меня на YouTube, на Рутюбе, на ВКонтакте и Яндекс.Дзене. Все четыре, скажем так, эти сервисы я все еще веду, да, в избежание того, чтобы вы меня потеряли, если вдруг YouTube отключит когда-нибудь, а может не отключит, кто его знает. И если вам очень нравятся мои реакции, то подумайте о том, чтобы поддержать мой канал на Boosty или на Patreon. Ссылка будет в описании. Это полезно мне, это полезно вам, в принципе. Вы сможете в чатике участвовать с нами, всякое разное обсуждать, там постоянное общение идет. Сможете заказывать песни, участвовать в голосовании за реакции и т.д. и т.п. Вот, как-то так. Все, всем спасибо, всем пока. Благодарю людей, которые меня уже поддерживают на Boosty и на Патреоне.